Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня у нас с вами гороскоп на 30 марта 2020 года. И мы начинаем с лунного календаря на этот день. Сегодня 7-й лунный день. Это день удачный для всех, кто борется за справедливость. Энергия организма продолжает расти, и теперь уже появляются силы для активных действий, для реализации планов. Сегодня хороший период для начала новых дел, старта проектов. У вас появится вера в свои силы, в себя и в свое будущее. Этот период повышенной эмоциональной восприимчивости. Сегодня вы тяжело будете переносить равнодушие близких людей, их холодность и отстраненность. Природа сейчас чутко реагирует на каждое произнесенное слово, поэтому можно произносить сейчас молитвы. Противопоказаны в этот день пустая болтовня, сплетни и клевета. Также сегодня день повышенного внимания к написанному, книгам, журналам, письмам. Сегодня нельзя рвать бумаги, тем самым вы символически убиваете слова. Луна без курса начнется в 18 часов 10 минут и продлится аж до 31 марта, до завтра. И окончание Луны без курса в 14 часов 43 минуты. Время московское. Луна, растущая фаза Луны, и Луна будет пребывать в Близнецах. И Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности. Сегодня стоит побольше думать о своих чувствах, делиться мыслями с окружающими людьми. Вы можете быть более разговорчивее и говорить с легкостью в эти дни. Также у вас в этот период получается мыслить хладнокровно, но нужно это делать осторожно. Не пускайте этот холод в свое сердце, это оттолкнет окружающих. Постарайтесь найти баланс между разумом и чувствами. Хирургические операции не рекомендуется проводить на растущей луне. Сны в эти лунные сутки несут в себе указания и полезную информацию, и такие сны часто бывают вещими. Хорошо, сегодня реализуются только те дела, что не требуют много времени для их реализации. Долгосрочные проекты лучше сегодня не начинать. Также сегодня нейтральный день для бизнеса и нейтральный день для финансовых вопросов. Сегодня лучше не ссориться, очень важно сегодня следить за сказанными словами. Хороший день для заключения брака и неудачный для помолвки. Также сегодня удачный день для зачатия ребенка, родится борец за справедливость, врач, оратор или юрист. Касательно ухода за волосами, сегодня плохой день для стрижки, не делайте ничего, кроме обычного ухода за волосами. Тоже касается сегодня и ногтей. Это день написанных и произнесенных слов, поэтому хорошо сегодня читать молитвы, писать свои пожелания для родных и близких. Загадайте желание, напишите его на бумажке. На эту бумагу поставьте голубую свечу и положите кусочек коралла. Эта практика поможет исполнению загаданного. Бумажку после того, как свеча прогорит, не выбрасывайте. Носите ее с собой до тех пор, пока желание не исполнится, как некий талисман. Далее, друзья, ну с вами общий гороскоп на 30 марта 2020 года. Сегодня не исключены трудности. Сегодня нужно время, чтобы разобраться в собственных мыслях и чувствах и решить, каковы ваши истинные цели. Но сегодня есть возможность сосредоточиться на этом, едва у вас ли появится. Слишком много будет мелких дел, требующих вашего внимания, и неожиданно возникнут какие-то проблемы и задачи, которые нужно будет их решать именно сегодня. Опыт, который вы получили раньше, часто будет оказываться бесполезен, и вам будет приходиться на ходу учиться чему-то новому. Как бы ни шли дела, старайтесь не унывать сегодня. Многое зависит от вашего отношения к происходящему. Тем, кто смотрит на мир позитивно и сохраняет оптимизм, будет проще справиться с неприятностями. Далее гороскоп на 30 марта для каждого знака зодиака. И мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, все, что должно быть сделано хорошо, занимайтесь самостоятельно. Нельзя поручать другим важные дела, доверять решению серьезных проблем.
Даже проверенные союзники сегодня могут не оправдать ваших ожиданий. С новыми знакомыми и вовсе стоит быть настороже, особенно если они слишком настойчиво пытаются завоевать ваше расположение. Будьте осторожнее с деньгами, не вкладывайте их в сомнительные проекты. Даже мелкие, незначительные дела не терпят легкомысленного подхода. Важно сейчас уделять внимание мелочам, стараться принимать во внимание любые факты. Далее гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые тельцы, разногласия возникают сегодня чаще обычного. Причем их причиной может быть любой пустяк. Особенно трудно оказывается поладить с женщинами, которые сейчас не склонны прислушиваться к вашему мнению и принимать его всерьез. Долгие разговоры мешают сосредоточиться на делах, но вы все же не допускаете ошибок. Устаете вы сегодня быстрее, чем обычно, а для того, чтобы восстановить свои силы, вам требуется больше времени. Близкие чаще критикуют вас, чем хвалят, и легко находят слабые места у любых ваших планов и идей. Но к вечеру найти общий язык вам удастся, и настроение у всех заметно улучшится. Далее гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, это не лучший день для важных дел и решения серьезных вопросов. Если есть возможность отложить все утомительные занятия и отдохнуть, стоит поступить именно так. Полезно будет также сменить обстановку. Если это невозможно по какой-то причине, постарайтесь не перенапрягаться. Даже привычные рабочие задачи сегодня могут казаться сложными, и не исключено, что для их решения вам потребуется помощь коллег. Небольшие покупки будут удачными, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить. Тут есть риск ошибиться и потратить деньги напрасно. Также нежелательно сегодня подписывать и финансовые документы. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, сегодняшний день подходит для общения. Вам не придется хитрить и лукавить, чтобы найти общий язык с новыми знакомыми и с теми, с кем раньше никто не ладил. С помощью убедительных аргументов вы привлечете на свою сторону влиятельных людей. Также сегодня у вас будет шанс удачно решить вопрос, который не давал вам покоя в последнее время. Также сегодня не исключены неожиданные поездки. Они вас порадуют и оставят яркие впечатления. Сегодня важно правильно оценивать свои силы. Сейчас вы склонны браться за то, с чем пока просто невозможно справиться. Это приводит к напрасным переживаниям и потерям. Чем меньше у вас иллюзий относительно собственного всемогущества, тем лучше сложится у вас день. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, вам сегодня трудно держать себя в руках. Вы легко поддаетесь на провокации, часто позволяете окружающим вмешиваться в ваши дела. Идете на поводу у тех, кто пытается навязать вам свою волю. Многих проблем можно будет избежать, если спокойно и уверенно отстаивать свои интересы. Нелегко будет поладить сегодня с женщинами, которые сегодня пытаются использовать ваши слабости в своих интересах. Но вы можете достойно справиться со всеми испытаниями, решить все возникающие задачи. Вероятно, сегодня и новое открытие. Есть шанс вовремя получить полезную информацию. Чем больше времени вы проводите с единомышленниками, тем лучше для вас. Далее гороскоп для знака зодиака Дева. Этот спокойный день больше подходит для размышлений и планирования, чем для решительных действий. Едва ли появятся какие-то интересные задачи, а повседневные дела могут казаться более скучными, чем обычно. Зато удастся найти время для того, чтобы сосредоточиться на своем хобби. Сегодня будет возможность пообщаться с близкими людьми и поддержать их. Также сегодня удачно решатся бытовые вопросы. Можно сегодня и покупать бытовую технику. Трудно будет девам, привыкшим нести ответственность за других. Таким представителям данного знака зодиака часто приходится заниматься тем, к чему у них совершенно не лежит душа. Далее гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, день сегодня у вас будет очень беспокойный.
Вам нелегко будет найти общий язык с окружающими, но еще труднее быть в ладу с собой. Часто домашние проблемы мешают вам сосредоточиться на работе. В другое время коллеги не позволяют уделить внимание делам, задают вам вопросы, обращаются за советами и помощью. Также сегодня не исключены разногласия и споры, после которых будет очень трудно восстановить нормальные отношения. Также сегодня нежелательно решать важные вопросы, особенно если они касаются ценного имущества или значительных сумм. Прежде чем подписывать любые документы, внимательно все проверьте. Далее гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, важно сохранять спокойствие. Именно от того, удастся ли вам это, сегодня зависит успех многих начинаний. Продуманные шаги и взвешенные решения позволят вам быстро решить рабочие задачи, а в некоторых случаях и подняться по служебной лестнице. Также сегодня нетрудно будет найти союзников. Иногда ими становятся даже люди, которые прежде вас недолюбливали. Возможно, начало удивительных романтических историй. Сегодня будет возможность разобраться в сложных и запутанных ситуациях, найти выход из затруднительного положения. Внимательно смотрите по сторонам. Интуиция вам подскажет, с кого стоит брать пример, а с кого нет. Далее гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, вы будете сегодня больше заняты решением личных проблем, чем работой или другими делами. Могут сегодня беспокоить отношения с близкими людьми, не исключены разногласия и споры. Сегодня будет трудно достичь компромиссов, когда речь идет о делах, важных для всех. Окружающие вмешиваются в ваши дела, и это никому не идет на пользу. Поэтому не стоит делиться своими планами и секретами. Вообще, чем меньше разговоров вы сегодня ведете, тем лучше. Постарайтесь не унывать и не давать воли мрачным мыслям. Это в ваших силах. Вспомните, что обычно поднимает вам настроение, и найдите возможность заняться этим. Полезно будет и порадовать близких. Далее гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые Козероги, у вас сегодня благоприятный день для деловых переговоров, да и просто для обсуждения важных вопросов. Сегодня вам удастся отстоять свои интересы, никого не обидев, высказав свое мнение так, что к нему все прислушаются. Нетрудно будет разобраться в чувствах других людей. Самых близких вы понимаете почти без слов. Также сегодня будет возможность восстановить связи, которые вы когда-то ними дорожили. Однако этот день не лишен и трудных моментов. Настроение иногда портится из-за пустяков. Все валится из рук, и кажется, что любые ваши начинания обречены на провал. Но на деле все иначе. Поэтому сохраняйте оптимизм, уважаемые козероги, и вы добьетесь успеха. Далее гороскоп для знака зодиака Водолей. Уважаемые водолеи, что бы ни происходило сегодня, как бы ни складывались обстоятельства, вы не отказываетесь от задуманного. Такая настойчивость быстро приносит свои плоды. Не исключено, что вы добьетесь даже большего, чем ожидали. Поэтому старайтесь избегать необдуманных поступков, не откладывайте запланированные дела ради мимолетних капризов. И не начинайте ссор. Сегодня вы рискуете нажить себе влиятельных врагов. Это подходящий день для того, чтобы осуществить какой-то давний план или заняться делом, которым вы давно интересовались. Остаются в прошлом многие сомнения и страхи. Вы чувствуете, что пришло время двигаться вперед, и не ошибаетесь в этом. Далее гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, если вы задумали сегодня что-то интересное, вам наверняка потребуется поддержка. Так что заранее подумайте о том, кому вы обратитесь за помощью в случае каких-либо затруднений. Могут появиться и новые задачи. Для их решения вам придется кое-чему научиться, и это потом пригодится вам еще не раз. Не стоит принимать близко к сердцу критику, и уж точно стоит пропускать мимо ушей замечания тех, кто пророчит вам неудачу. Сегодня вероятны успехи там, где требуется фантазия и творческий подход. Некоторые рыбы сегодня удивят окружающих своими талантами. А представителей данного знака зодиака сегодня будут легко влюбиться, так что не исключено начало даже и любовных историй.
Друзья, вот такой у нас гороскоп на 30 марта для каждого знака зодиака. Ну, с вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Ну, а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!